Граждане России, успейте снять свои депозиты и деньги с банковских карт, пока банки не начали блокировать ваши счета. 5 миллиардов рублей компенсации участникам войны в Украине хватит не всем. Денег просто нет. Цены на продукты питания уже выросли на 30%. И это только начало. Хлеб по 100 рублей – реалии завтрашнего дня. Забери свои деньги сейчас, чтобы завтра не остаться ни с чем.